Итак, на обзоре у нас сегодня самодельная мишень. Тира, к сожалению, своего нет, поэтому сделали такие вот мишеньки. Как бы они у нас уже отстрелянные и помятые. Вот. Опять же, это образец. Тестовый вариант. В принципе, ничего сложного нет. Как бы, который может сделать, данную мишень может сделать любой из вас. Покопаться у себя в гараже, еще где-то. Взять ненужные вещи и использовать их для чего-либо. Так, допустим, в моем варианте это накладки для замка, вот как видите. Собрал дощечку, поставил брусок в упор, опять же, угол взял определенный, чтобы они не закидывались самостоятельно, то есть немного смотрят вперед при выстреле. Они падают, но чуть позже покажу. Стрельнем, посмотрим. Дальше, значит, сделали две большие мишени, то есть нашел два металлических круга, просверлил, перевернул болтиком, быстренько покрасил баллончиком, но они же все стертые, обстрелянные. Ну, ничего, работает также. Вот, помятые даже, это от утяжеленных пульк. Аж мнут. Здесь поменьше круги, тоже самое, металл прикручены. Все, в общем, по одному и тому же принципу. А теперь попробуем пострелять, посмотрим, как это все работает и выглядит в действии. Оптика с китайского сайта. А также лазерный прицел. Сейчас попробуем его на самодельной мишени. Вот так вот все мишени легли с первого раза, хоть и видео пришлось останавливать из-за того, что перезаряжать долго, пульку доставать, вставлять, чтобы времени тратить. Поэтому вот как бы идея для самодельных мишеней, можно ее развить в разных направлениях, поэтому все в ваших руках. На этом обзор как раз заканчиваем. Всем удачи, счастливо и до новых встреч.